Семиклассник Гордей Тиглев из Туймазинского района выиграл международный конкурс живописи Golden Time Talent. Работы талантливого подростка оценили на международном конкурсе в Лондоне и присудили победу. Работа российского школьника настолько впечатлила жюри, что ее назвали удивительным образцом юного творчества. Недавно работы художника стали лучшими на престижных международных соревнованиях. Это талант, проект, который дает возможности проявить себя в области живописи, скульптуры, музыки, танцев или компьютерной графики абсолютно любому человеку. Состязание проходило дистанционно, поэтому участвовать можно было из любой точки мира. Получить независимое мнение о своем мастерстве – одна из главных причин участия в конкурсе для творческих личностей. Я подала 3 работы на онлайн-конкурс Golden Time, и 2 мои работы заняли 2 места. У колекції Уляни і репродукція картини Леонардо да Вінчі «Спаситель світу». Її дівчина представила на міжнародному конкурсі Golden Time і перемогла в одній із номінацій. Я не знала про цей конкурс і натрапила на нього просто випадково. Я подумала, що я хочу поїхати в Лондон, подивитися на ту атмосферу, зустрітися з відомими художниками і показати їм, на що я здатна. Дар'я Тлустова – художниця з Дніпра. Займається своїм улюбленим хобі протягом 11 років. Найбільш значущий конкурс для Дар'ї був Golden Time Talent у Великобританії, в якому дівчина посіла 1 місце. К сожалению, искусство во всем мире отходит на последний план. И за это некому думать. Так что, думаю, мы развиваем талант во всем мире. Не все арт-галереи берут художников, у которых замечательные есть картины. Но мы ломаем эти стереотипы. Так что у нас там есть и арт-галереи. Заходите в Golden Time Talent и публикуйтесь. Так что добро пожаловать и участвуйте. Картины и художники у нас очень отличные. Оценивали их 60 членов жюри из 18 стран. Golden Time Talent по всему миру находит самых талантливых людей. Каждый из тех, кто проявляется, получает достойное вознаграждение. А это, например, возможность стать реализованным. Это путь к самореализации, во-первых, и возможность заявить о себе и на самом деле быть услышанным. Участвуйте в конкурсах, побеждайте и поедем в Лондон показывать там таланты, покорять вершины.